МВД предупреждает. Передвигайтесь безопасно. Электросамокат, Сигвей, моноколесо или гироскутер. Все это – средства индивидуальной мобильности. Заветная мечта каждого подростка. Ваш ребенок любит кататься с ветерком? Купили ему модное средство передвижения с электродвигателем? А вы уверены, что он пользуется им безопасно? Вниманию родителей! Запомните сами и научите ребенка. Лучшие места для катания – это закрытые дворы, парки и скверы, а также специальные площадки – роллер-дромы и скейт-дромы. Нельзя выезжать на проезжую часть дороги и передвигаться вдвоем на одном средстве. Переходить дорогу нужно пешком, устройство при этом вести рядом с собой или нести в руках. Пользоваться телефоном во время движения опасно. Нужно остановиться и ответить на звонок или сообщение. Езда в наушниках приводит к беде. Можно не услышать звуки вокруг и сигналы опасности. Не стоит кататься в местах скопления людей. Это может привести к столкновению с пешеходами. Передвигаться во время дождя рискованно. Дорога становится скользкой и непредсказуемой. Вниманию родителей! Не стоит давать мобильные средства маленьким детям. Позаботьтесь об удобной одежде и обуви для ребенка. Она не должна сковывать движений. Оснастите одежду световозвращающими элементами. Обеспечьте ребенка защитной экипировкой. Это снизит риск получения серьезных травм при падении. Не отправляйте подростка за покупками на мобильном устройстве. Пакеты не позволят ему нормально балансировать. Запрещено. Передавать ребенку электросамокат, взятый в пункте проката. Важно! Следите за техническим состоянием устройства. Проверяйте его исправность перед каждым использованием. Берегите своих детей. МВД предупреждает. Передвигайтесь безопасно.